Всем добрый вечер. Купили сегодня поводки. Ну, это наши старые все дела. Это наш вообще чемпион мира по ловле. Вот, взяли на судака. Так, 12-граммовые чебурашки. И вот такого вот монстра на судака. Так, вот. Знакомьтесь. Ну, в принципе, все знают. Сейчас будем готовить. Взяли чуть побольше 14-граммовку. И вот таких чебурашек тоже набрали. Новогоднюю елочку взяли. Не знаю. Вроде как посоветовали, сказали, что прям огонь-огонь. Не знаю, как это будет работать. Что-то как-то по-новогоднему это выглядит, резина. Резина хорошая. Вот фирма. Это не реклама, как говорят блогеры. Это то, что купили мы. Сами не знаем, что и как. Вот такие вот крючочки у нас. Прям вообще хорошие, хорошие. Сталь хорошая. Брали до этого в магазине. Сразу скажу, такое Г. О, вот так вот все, насадили. Сделали первую чебурашку. Все это завтра будем испытывать. Завтра четверг. В четверг мы выезжаем. Вот, набрали рыбешек. Кстати, судак. Вот судак. Именно вот на эту резину у нас. Чуть больше размер, чуть меньше. Вот, именно на судака. Ловля с берега. Закидываем 60-70 метров. В принципе, спиннинг не позволяет. Катушка тоже. Попробуем. Так, с этим мы отработали. Это я потом сделаю другой обзорчик на наши, как сказать, погремушки. Погремушки. Ну, вот это еще у нас не отработало. Кстати, я вот сегодня кольцо ему одел. Будем отрабатывать. Нет, мы еще попробуем. Вот я думаю, что вот на этот. Вот этот не отработал. И вот этот. Да. Этот и этот не отработал. На эти уже поклевки были хорошие. Ну, на этого мы уже ловили. Это вообще у нас чемпион мира. Мой чемпион мира, естественно, потонул. Мой тоже, кстати. Да, вот эта вот рыбешка у нас готова к запуску. Похоже на мою. Я судаков таскал. Но плывет она как-то ужасно. Это китайская какая-то подделка. Вообще не плывет даже хвост. Ну, материал чувствуешь? Да, материал. И здесь вот. Вот. Взяли вот все. Японские хорошие. Китайские, японские. Всего набрали. Ну, конечно, да. Вот у нас ставка в этот раз. Вот мы их назвали новогодние. Какие-то двуххвостки. Ну, в общем, будем испытывать. Вот, не прощаемся, доделаем сейчас своих рыбешек и встретимся уже на рыбалке. Выезжаем мы завтра ночью в 3 часа ночи и попрем на Иртыш. Так что ждите новых влогов. Все, всех обняли, всем пока.